8 дней – небольшой срок, но за это время в нашем регионе произошло 6 пожаров, в которых погибло 8 человек. Один из них в Холм-Жирковском районе унес сразу 3 жизни. Возможная причина возгорания – неосторожность при курении. По этой же причине произошел еще один пожар. 3 из 6 возгораний произошли предварительно из-за неисправности печного отопления. Все пожары произошли в частных домах в вечернее и ночное время. Управление МЧС напоминает всем смолянам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не пополнить эту печальную статистику.